Всем привет, с вами Дагот, я играю в Morrowind, пока нахожусь в Альдруне. Но у меня еще осталась, в принципе, пачка невыполненных квестов, взятых все время. Вот какой-то из них у меня тут на примете и висит. Нужно спасти ряд личностей, как я понимаю. Находится это вот буквально в районе вот этого озера, поэтому я планирую телепортироваться с Уран, ну и оттуда пешочком прогуляться, заодно посмотреть, что там творится, какие задания можно взять. И вообще, что там, с чем и почем и как. Так. Вот, собственно, я туда и поехал. Привет, Суран. Естественно, квестики. Я тут был, что называется, бегло проездом. Особо как бы не надо было мне, не доводилось гулять. Но еще, я надеюсь, все впереди. Кстати, только что обратил внимание, что особо дорог, нарисованных в районе Красной горы, я что-то не наблюдаю. Нисколечки. Как-то меня это печалит, чтобы не получилось, что та зона тоже нифига не реализована. Вообще, если разработчики любят вот такой фигней страдать. Чувак. Hello. Ты не чувак, я понял. Привет, подруга. Люди какие-то. Здорово. Maybe I'll just retire. There's nothing else for me to do if that quarry can't be worked. Я не знаю, о чем ты говоришь сейчас. Но коренирно я возле твоей морды, конечно, соберу. Мне там когда-то пригодится. Так, здесь очередной папилончик, который нифига не работает, который тупо обустроили как крафтерскую станцию, который что-то предлагает покрафтить. Смотрим, что за крафтовский сет. The Assassin's Guild. Так, Spell Crit, Weapon Crit, Spell Damage, Weapon Damage, Increase the Duration of Your Alchemical Poison на 4. Ну, такое, я бы сказал, да. Так, ну, в принципе, можно ненужный хлам попилить, заодно освободить место в бакпаке по случаю. Окей. Здесь... Хорошо. Здесь тоже. Да, все исследуется, все делается, все крутится, вертится. А почему хавчик сварить нельзя? Ну костер же есть. А вдруг я измываю от голода. Или кулинарию качнуть хочу. Красота.
Что за очередной лагерь? Непонятно. Сильно выдающегося в округе я не наблюдаю пока. Окей, побежали дальше. Смотреть на всякое разно. Так, там какое-то еще задание, тут какое-то еще местяк. Наверное, батлграунд очередной. Железная дорога, точнее деревянная дорога. Now all that my workers want to do is watch the games, or the Vec forbid, join them. I've already lost three of my best diggers to this madness. А что за игра? Расскажите мне. А может я тоже захочу поучаствовать? А ну. Ага. Я понял. You'll never understand the battleground until you. This one has all. Так, по-быстрому избавиться от лишнего ненужного хлама. Вот это я, кстати, забыл одеть свою любимую робу. Заодно место в бэкпаке освободить. Так, ну что, я понял. Все играют на батлграунде типа. Как туда попасть, непонятно. Окей, пошли дальше. Ночка-то темная. Даже свет от фонарей действительно свет дает. Ну, сверчки. Как будто я в лесу где-то. Еще и дождик накрапывает с музычкой. Угу. Тут какой-то причал, что ли, строят, или дорога будет. Или вы просто засыпаете. Это озеро. Так, вот кучка. Квестовая кучка. Есть. Минус. Один айтем для поиска.
Да, если надо наловить много рыбы, видимо, сюда надо приходить. Мясников для ловли рыбы не просто много, а очень много, я бы сказал бы. Ну, собственно, не за этим я сегодня здесь. Ай, упустите меня. Тут лава разливается. Клево. О, деревяшка, привет. Ну, можно теоретически пробовать плави наверх, попробовать забраться, может, так. К Красной горе добраться получится. Это пока как-то не особо. Я врубаюсь, как там побывать. Табличку взяли. Сундук взломан. Прекрасно. Ну давай. Придется умереть, я думаю. Да, боюсь, что только этой штуки, может быть, можно пройти, и как бы все. Ну, еще есть одна, попробовать лечку в районе Балморки, там можно было перебраться через стену, через руины, податься поближе к Красной горе. Можно ли там пройти или нет, я не знаю, но это как-то мы узнаем в перспективе. Так, окей, что тут где у нас на карте? Defeat Gather. Вот это, я боюсь, что главная загвоздка будет этого квеста, потому что здесь нужно убить босса. Плееров я тут особо не наблюдаю. Босс восседает, 2 лимона хп. Как они любят быть злыми. Он, конечно, здесь один. Поэтому хрен его знает что, может быть, все-таки получится. Ну, я попробую. В конце концов. Ну, как-то мне это слабо уже верится. Если я его еще не бить не начал, он меня уже почти сгрыз, блин. Да, как-то это очень быстро вышло. Продаю рунбокс Ксаус роб костюм. Прикольно. Это, видимо, какая-то квестовая штукенция. Так, окей, видимо, надо опять же выходные собираться с народом или как бы кого-то из знакомых пытаться выспойлить, выловить для этого дела. Ну вот это обидно на самом деле. Здесь, собственно говоря, все. Окей, куда податься, куда пойти? Ну, можно наверх пойти. Все-таки вдоль реки с лавой прогуляться, посмотреть, может, все-таки я там какой-то проходик нарисую себе. Эх, обидно. Ну,
Так, что у меня вообще из квестов осталось здесь? Complete Battleground, понятно. Это в пещере. Какая-то пещера находится вот здесь. Понятно. В принципе, кстати, недалеко относительно. Ну, почему бы не обмануть товарищей и производителей из Кумы? Да, тропка какая-то есть вдоль потока лавы. Вот тебе и смерть пришла, дорогой. Отсюда прям идет, да? Пацаны тут нарисовались, куда на негадность. Больше ничего, только деревяшки кусок. Ну и сундук левела мастер, самый жирный. И форслокать его тоже 70% шанс, поэтому может и фейлиться. Что дали? Medium armor. Поярче будет. Не, у меня же хэви одет. Макстамина. Отлично. Еще одно озеро. Я наверх хочу. Что значит нельзя? Я говорю, хочу. Собственно, здесь, похоже, я и застряну. С проходом в Госгейт. Здесь, похоже, просто стена в игре. Вот, на ровном месте. Госгейт еще не построили, доступ на Красную Гору еще как бы заблокирован. За что с меня денег взяли, непонятно в игре. Гробница? Да, не часто видел я в этой игре реализованные полностью доделанные гробницы.
Боюсь, что она маленькая. Да, она комнатка малюсенькая. Ну, и то прикол, и то хлеб побереса. Книжка. Щит. Традиционные отмычки. Ощущение, что они больше ничего здесь не хранят. Да, и это похоже все. Все, что может предложить мне эта гробница. Безымянная практически. Начинаю выходить потихонечку на одну из хоженых тропок. А, это, собственно, это назад я пойду, понятно. В сторону озера. Ну, глянуть можно, в принципе. Вдруг что-то здесь такие есть. Так, квест нарисуется. Нифига себе, еще одна гробница с камнем поломанным. Так, еще одна бумажка. Кстати, здесь я тоже не проходил еще. Судя по всему, не доводилось. Medium helmet. Чуть-чуть лучше. Максимум magic. Sprinting and dodging. Пущай будет. Чувак, привет. Так, ну здесь похоже как бы и все в этой части. Я бы сказал, идеи начинают заканчиваться, как попасть на Красную гору. Туда. Дерево и руда, кучка такая.
общем, я прибрел опять к очередным развалинам. Не пропускаемым. Без входа, я имею в виду. Окей, соответственно, все. Можно прогуляться по дороге в другую сторону, глянуть, что там и как. Еще тропка боковая. Сначала по дороге. А, стоп. Это же есть дорога. Что здесь? Здесь просто проход, да? И ничего интересного. Судя по всему, внизу был центурион, он там еще есть, и сундук. Да, ну и вход, судя по всему, закрыт, да? Вход не закрыт! А вот это отлично. Вот сейчас я туда и зайду. А вот интрига. Есть ли здесь чего-то интересного или нет? Или это какая-то масюсенькая пещерка такая? Ход какой-нибудь? Ну, маленькая камера. Посмотрим, что за чудеса здесь обитают. Что здесь можно найти, увидеть. А, я понял, я здесь был. Я здесь просто уже был. Эх, жаль. Жаль. А я уже рассчитывал, что что-то новенькое. Окей, пойду исследовать дальше. Земли Тамриэля. Точнее, земли Варденфилла. Моровинда. Да. Окей, ладно. Пошел я дальше. На дорогу возвращаться. Да, что-то надо. Нужно продать всякий хлам. Который не такой уже нужный, как оказалось. И которого не так уже много, как оказалось, опять же. Оттуда я пришел, здесь избрал записку.
Просто пару мобов трясти и все. Я уж думал, там какая-то заначка чья-то припасена, а тут просто ребята прячутся. Я пришел к ним домой и решил вырезать. Какой я нехороший человек. Да. Просто ничего. Так, что здесь наверху? Еще вот здесь я не заглядывал. Все. Печалька. Здесь чего есть? Видимо, ничего. А здесь? Ничего. Кстати, обратил внимание, что я не наблюдаю совершенно указателей. Все время в этой игре мне нравилось на дорогах можно было подойти и посмотреть указатель, какой город, в каком направлении, куда идти. Ну, все в таком плане. Все в таком роде. Очередная отсутствующая гробница. Здесь что-то пожадничали создатели игры на указатели. Ну или, видимо, по их идее еще они не реализованы. Совершенно зря. Ну, понятно, здесь как бы народ вряд ли сильно много пешком ходить будет. И все будут телепортироваться, а так только ради что народ, который травки собирает, типа как я сейчас. Но тем не менее, почему нет? Может быть, по сюжету, придуманному ими, где-то позже появятся указатели. Строители достроят что-то и как бы... И займутся указателями. В сторону. Сколько вас много, даже не обойти всех. Ладно, кого-то убьем.
развалины. Наверное, я здесь уже был, я так разбиваю. Ну да. Хотя нет, в принципе, я на параллельном дорожке был, может, здесь и не был. Нет, тут я был точно, я помню. Здесь камень в холодном пламени собирался. Окей, иду дальше. Смотрю, что тут можно посмотреть, найти, собрать. Может, квест какой дадут где-то в нехоженых тропках. Где-то руины. Подозреваю, как обычно, нифига не реализованы в игре. Да. Прохода нет. Это, собственно, тропка идет, выходящая там на дорогу. Пару искателей приключений.
Так, ну, собственно говоря, на большую дорогу я уже и вышел. Да, а вот и, собственно, телепорт. Так, это по идее какой-то паблик данжен. Паблик данжен — это хорошо, но людей, наверное, как бы сейчас не будет. Ну, заглянем. Раз я здесь, можно и посмотреть. Развалины. А тут еще и квест дают. Ну, это уже интересно. За столько времени потраченного, я думал, на части пустую, кроме вот открывания, расположения кучек ресурсов. Вот что-то нашлось потенциально интересно. Уже не зря я здесь ходил, потому что так бы я и не узнал бы, что здесь что-то находится. Ну, я думаю, в следующей серии мы этим и займемся. С вами был Дагод. Всем удачи.